Главе города Владиславу Пинаеву доложили о выполнении комплексного плана по реабилитации Черноисточинского и Верхневыского водохранилищ. Из 6 пунктов 3 прорабатываются, 2 завершены и 1 будет реализован в ближайшее время. На сегодняшний день проведены работы по ремонту дамбы в 2017 году, по ликвидации сплавин на акватории Черноисточинского пруда. Частично ликвидации сплава. Ведутся работы по капитальному ремонту Черноисточинского гидроузла, которые закончатся летом. Несмотря на это, паводок будет проведен в рабочем режиме. И работы по водоподготовке начинались в виде концессии. На сегодняшний день принято другое решение по заявлению в федеральную программу «Чистая вода» для реализации этих мероприятий. Включение Нижнего Тагила в федеральную программу «Чистая вода» позволит сократить сроки реализации запланированных мероприятий по улучшению качества питьевой воды и сэкономит бюджетные средства, подчеркнул мэр. В конце марта специалисты привезут в Нижний Тагил экспериментальную установку для очистки воды, которая будет апробирована на питьевых водоемах города, а также на Тагильском пруду, сказал Владислав Пинаев. Отметим, экологическая реабилитация Черноисточинского пруда находится на особом контроле правительства Свердловской области и губернатора Евгения Куйвышева.